Программу мероприятий на первую половину четверга были вынуждены переписать тысячи человек на юге региона. Виной всему неожиданный снегопад. Не обошлось и без серьезных аварий. Под Ангарском в ДТП попала машина скорой помощи. По предварительной информации, спецавтомобиль двигался из города нефтехимиков в Иркутск. В этот момент по встречной полосе ехала легковушка. Ее 31-летний водитель допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся со скорой помощью. В результате ДТП пострадал шофер спецмашины и медицинский работник. Пациентов в момент аварии в салоне не было. Еще одно аналогичное ДТП, но уже с участием маршрутного микроавтобуса, произошло недалеко от Саянска. И вновь водитель легковушки не справился с управлением и вылетел навстречу. Шофер и пассажир автобуса не пострадали, но помощь потребовалась 58-летней владелице иномарки.